есть это в основном молодые ребята, приехавшие на работу из стран Средней Азии, которые, к сожалению, нарушают российские законы. Как сказал мэр Москвы, таким гостям мы не рады. Люди забыли, что они находятся в другом государстве. И если это так, если они приехали из своих независимых стран, они обязаны соблюдать российские законы. Те, кто не будут соблюдать законы, соответственно, должны быть депортированы. И мы считаем, что достаточно адекватной мерой будет запрет на въезд в Российскую Федерацию на несколько десятилетий. Дальше свои таланты пусть применяют в других странах, где можно драться на улицах после работы и где можно устраивать вот такие вот безобразия, которые были, допустим, в Кузьминках летом или в Мытищах и в Сокольниках. Я могу перечислять очень много случаев.